Всем привет! С вами Жанна, и сегодня быстренько покажу, как запечь картошку с розмарином в духовке. Вы уже могли ее видеть в других моих видеорецептах. Она идеально подходит в качестве гарнира к мясу, к рыбе, сочетается с грибами, подходит ко всем кебабам и шашлыкам, а также, например, к испанским закускам тапас. Кроме того, она хороша сама по себе, в качестве вегетарианского, веганского или постного блюда. Нам понадобится картошка, желательно молодая, чеснок, розмарин, соль, перец и оливковое масло. Хорошо помытую картошку режем на 4 части, если она небольшая, или на 6 частей вот такими вот дольками. Запекать можно на противне, смазанным оливковым маслом, но я запекаю в стеклянной посуде. Вот такой вот. Несколько долек чеснока просто придавливаем ножом и прямо в кожуре добавляем картошки. Добавляем 1-2 веточки розмарина, посыпаем солью и перцем по вкусу, поливаем оливковым маслом, это где-то так, 1-2 столовые ложки. Все хорошенько перемешиваем и готова картошечка отправляться в духовку. Если кому-то мешает розмарин такими вот кустиками, то вполне можете его порезать меленько. Отправляем картошку в нагретую до 220 градусов духовку и печем до готовности, до золотистой корочки. В зависимости от сорта картофеля и от величины ваших кусочков, а также от количества картошки на противне или в посуде для запекания, это может занять от 25 до 50 минут, иногда даже и до часу. Вот здесь, например, она приготовилась за то время, пока я жарила лисички. Смотрите, какая красота! Она получается всегда такая румяная, ароматная, пахнет чесночком и розмарином, и, ну, просто вкуснятина. Перед подачей на стол можно дополнительно посыпать свежей рубленной зеленью, а можно оставить и так, будет тоже очень и очень вкусно. Хочу еще также добавить, что именно запекание в духовке делает картофель наиболее полезным для нашего организма в холодное время года, поскольку запекание при таких высоких температурах добавляет картофелю янской энергии. С точки зрения китайской традиционной медицины, картофель относится к продуктам, которые немного охлаждают и добавляют влажности в организм. Поэтому, готовя таким образом в духовке картошку, мы делаем из нее менее влажный и холодный продукт. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, понравился этот рецепт. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на новые видео, спасибо вам за лайки и комментарии. Всем приятного аппетита и до следующих встреч. Пока!